Ага, лето уже ждешь. Нет, а глазками смотри, куда поставил. 16-летний Ваня с усилием передвигает стрелки на развивающей доске бизиборд. Юноша прикован к коляске и редко выходит на улицу. Два раза в неделю заниматься к нему домой приходят социальный педагог и психолог комплексного центра Веста. Родители признаются, этих встреч сын ждет с нетерпением, да и прогресс налицо. Работая со специалистами, Ваня стал намного коммуникабельнее. Психолог Галина Васильевна, она не только с Ваней занимается, она и мне помогает в воспитании ребенка. Потому что, когда сейчас у Вани начался переходный возраст, он иногда начинает с нами как-то, ну, скажем, неадекватно грубить, там что-то все. Разговаривая с Галиной Васильевной, она дает советы не только Ване, чтобы он слушался и понимал родителей, но и нам, чтобы мы более корректно общались с ребенком. Таких детей, как Ваня, которые не могут самостоятельно посещать занятия в центре Веста, десятки. Но им тоже необходимо общение, развитие и особый подход. Чтобы не обделять ребят, сотрудники центра написали проект «Помоги мне это сделать самому». Средства выигранного гранта 230 тысяч рублей потратили на приобретение развивающего оборудования. Те дети, которые тяжелые, находятся у нас на обслуживании, не всегда могут пользоваться руками. Вот это оборудование для работы ногами, нижними конечностями, для разработки. Еще у нас приобретены вот такие вот массажеры. Это массажеры, когда ребенок сам самостоятельно может делать себе самомассаж. Еще у нас есть вот такие вот мячики надувные. Есть большого диаметра, есть маленького диаметра. Это с пупырышками для массажного эффекта. По проекту закуплено более 40 наименований оборудования. Работать с ним могут не только специалисты Весты. После небольшого обучения любой массажер или игровой материал может быть оставлен на время семье. И это тоже один из важных аспектов программы реабилитации. В рамках проекта на дом к целевой группе выезжают мультидисциплинарная бригада, в состав которой входят врач лечебной по лечебной физкультуре, психолог, социальный педагог и медицинская сестра по массажу. На дом оказывают услуги детям. Короткий курс реабилитации дети проходят. В процессе занятий специалисты обучают родителей навыкам реабилитации в домашних условиях. Помогают им подобрать необходимое для них оборудование, составляют программу занятий. Комплексный центр Веста практически ежедневно посещает 30 малышей с особенностями в развитии. Они занимаются с психологами, социальными педагогами, получают медицинские услуги. Благодаря проекту аудитория Весты значительно расширилась. Сейчас специалисты оказывают комплексную поддержку еще 40 семьям Ангарска. Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время.